Me продолжаем алахот шель шаббат. На какое вино мы должны говорить барахо, как сказать барахо. Тора говорит, «Эль наасот кидуш бриль шаббат, о абдалла мусе шаббат, аль кафе о латте, о халав, шор машким калим, шеенам нехшавим лахомер мадина». Тора говорит, мы с вами учились, что шаббат, рой шаббат, мы должны сказать майо, вино. Нету, что делать. Спрашивается, имели право делать, что шаббат, рой шаббат, или когда выходит шаббат, абдалла, на кафе, чай, или ширба, молоко, или кока-кола. Тора говорит, ничего нельзя. Ни в коем случае нельзя. Потому что он не считается, он не имеет градус эти напитки. Ты не имеешь права делать авдала, оши шабот, оши шабот, кудыш карамба. Эно рашай ла кадыш ва авдил аллах, бешкот анискарим. Тебе нельзя такие вещи делать. Бехол амакадыш ва авдил аллах, бешкот эйло, аре ху носе шем шамай ла ваталав. Человек, который делает бараха, боли ширба, боли оба, боли хош согба, ты номи бору олома, берди гибсоди. Бараха лава тара хас ва шалом, большое наказание. Тоже возможно. Васу ла нод ахарав амин. Не имеем права омин гуфтам. Если кто-то взял кафе, он говорит, сари, маранам, бору хата, шакуни, бору, осур. Потому что ты хочешь этим сказать Мусе Шаббат Авдала. Или Рош Шаббат ты хочешь сказать Барахой Майя. Нельзя. Арах можно днем. Днем можно. Шаббат нельзя. Рош Шаббат, вы их арбе? Да. А такие не можно? Йошви, какие? Рош Шаббат. Что можно? Шаббат будет там. Амин, бараха. Что бараха? Кофе, например, вы сказали сейчас кофе. Амин. Кофе вообще нельзя. Вы не понимаете, что ли смысл? Вопрос идет здесь. Вечером в субботу, днем в субботу, и выход в субботу мы должны принимать его с вином и отправить в субботу с вином, правильно? Шиви шаббот. Роди шаббот. Шивьяк Шаме, нету вино. Имели право взять кафе, или молоко, или кока-кола, такое вещь. Он говорит, не имеешь права, ни в коем случае. И сказал барахо, ты нарушил. Сказал барахо ты, и я, если услышал, мне осу омин гуфтан. Имею право. Когда нет, мы сами учили уже. Когда вино нету, שבי שבות מימי פרווה, סקדת נחלב. רוי שבות וינו נטו, אימי פרווה סקדת נקניאק, נערר, נוויסקי. ברוך אתה השם, שהכל נתברו. אל נפיבה. שבי אקשמי. אונגרית, נימש פרווה תושה, נו, יש לי אותי בייס וודקה, אלי פיבה, זה גרדוס נם, אימש להבדיל. טוב, נאמר נאם, ברוך אתה השם ברוך פני הגפן. נו, איבי, שהכל נדברו, מי פני הגפן? פתאום של האון, און של היצע קניאג אלי ויסקי אלי, הרך. אוקיי, דלשם. ואף בקדוש שחרי, ששבת אלה כזה על משקות, או אלה, אולם אין היין מזיג לו. בקדוש על השכה, אתה לא מגיד, אוטרם תוז'ה ראו שבות בנימד פרווה, תוקע בו ליין. או, אגר חוזה וינות אינימו ישפרה בפיד, וינות אין משעיין. אונגד, חדש זיל ועזי וודקו דילי. וודקו תיבי חרשו, דבז. קוני, את הוויסקי חרשו, אישו דבז. תראו מיקי. וקדש על השחר בכל שבד יין. ברביעית. אין אפשרות, מפני שאינו יכול לשתות ממנו מלוע כמו אליבא דלקניה. הפרק מדזניים, סטקן דוז'נטם ביט, פרימר דיברו סטגרם.
самые хорошие. Второе, мы должны это все залпом выпить. Тогда третий, если мы не имеем возможности залпом выпить, хотя бы половину выпить обязаны мы, значит 44 грамма. О, если я вино мне не мешает, не могу вино брахов там, ширу шабот, я хочу арах выпить. Он говорит, можно с условием, ты залпом пьешь хотя бы 44 грамма. 44 грамма. רק אז יכול לברך שהכל נהיה לברו. תגברית ברכה שהכל נהיה לברו. על משקאות אלו קודם סעודה שחרית. יסותיה בו את וודקה, אלי, ויסקי, תקי וישי. תגברית ברכה שהכל נהיה לברו. יא ביאזון תוויפית חתיה בי 44 גרם. חרשו ויפית 90 גרם. זלטה. נמוז 44 גרם. О, значит, не можешь ты, не надо говорить. Я лор бы шаадет ха кадот в маком кузьма йомсе. Тогда уже ты к еду сказал, когда у тебя нет вино, или ты не имеешь права, возможность пить вино. Мусе шаббат эн яйн баир лавдил алав, о ше яйн музуке, ехол лавдил ана хамар мадина, кагол шехор о бира. Бромдри шаббат бе, нету вино. Или вино ему мешает, точно такое же правило. Ты имеешь право на водку или коньяк, или виски, или бира. Не черное бира, бира, белое бира, пиво. Можно иметь право, а вал кафе, отей, нельзя. Или кафе, или чай, или молоко. Кока-кола не имеем права никогда сказать, Савримана, никогда. Если ты хочешь пить, пей, пожалуйста, но ты... Это не вино. Вещь, которая... Спиртной, значит. Вещь, которая не имеет спиртной, он не считается вино. Понимаете? Но мы должны одно даже знать. Шиви шабот. Я не имею права кушать, пока не скажу я Савримана. Рож шабот. Я не имею права кушать, пить воду, пока я не скажу Савр Маранан. Шивьяк Шаме точно такое же, пока Маннагуя Майоба Савр Маранан, я не имею права пить, кушать Шивьяк Шаме. До Абдалла имеете? До Абдалли. До Абдалла? Да. Если я не могу, нет у меня вино, Абдалла нету. Имели право кушать, пить? Нет, осур. Нельзя. До когда? До среды нельзя кушать, пить. Пока ты не найдешь вино. Понимаете? Окей, хорошо, я что, должен умереть, что кто накарает? Я возьму хай, коньяк или виски. О, коньяк, виски, водка, пиво можно сказать. Она имеет градус. Но если хочешь, что выпить сок, яблочный или там другой сок, или там кока-кола, такие, ты не выходишь. Ты, во-первых, не имеешь права его пить. Без худуш не имеешь права пить его. Правильно? Да. Поэтому Тора говорит... Только услышишь, можно только услышать? А? Только услышать, и потом можно пить? Да. Можно? Мое. Не, вот вы сказали... Да, мое. Не, можно потом кушать? Не понимаете русский язык? Если я на мое говорю, бараха мое, или это чай? Я на что бараха говорю? Мне можно пить потом? Я на что браху говорю, вы знаете? Я знаю, на вино вы говорите. О, все, точка. Вы имеете право, он меня не кушает. Но если я беру чай, говорю, не выходите вы. На вино вы всегда выходите. Как мы это сделаем синагогу? Один говорит, все, кушаем. Чувак сами один говорит, все мы кушаем уже. Значит, можно. Это проблема. Мы говорим, имели право более чай бы, или более сок бы, сказать, чувак сами, руч, шабот. Асур, не имеешь права. Никогда. А? Виноградный сок тоже нет. Можно. Можно. Это сок другой, да. А миши вишабот малахима шалом мехоним, а он бы шишахонда мукиня, а мне? Йо, Христос, рож надо кореми. Тает роль не играет. Роль не играет, окей. Мишель ло яин опад балил шаббат, эй ло лакадир ал опад абад бакасин. Ваим кава бсуда ал опад балил бсуда, ваухал кашур кибиват суда.
Есть лоаль мацбух. Шви шаббот, у меня вино нету. Нету вина. Окей. Хорошо. Но у тебя хлеб есть. Ты на хлеб можешь сказать, а мы тебе норец. А где вино? Хлеба нет у меня. Нету хлеба. Как быть? Имею ли право боль нонтохи или боль печени сказать Саури Марана, Вешавну Бересе, Шаббат, Шаббат? Мы в Шаббат что говорим мы? Приходим в синагогу. Вешавну Бересе, Йома Шишвах, Лошава Йорец. Нету вино. Окей? Хлеб есть. Мы говорили уже, помой руку, а на тле едаем, приходи, возьми хлеб, поставь руку. Йом ашишим айхул айшом айм ашим 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 саврим аранан. Барухат ашим, возьми хлеб. Хамути лехем мин хаорец. Поставь руку. И барахов, второй читаем. Барухат ашим. Махадеш, Ашабат, сел, берешь хлеб и кушаешь. Ты вышел. А что стал? Я вам сказал, дай мишу. Кардику сделали уже. Сразу. Мы сделали уже. Сейчас просто так он говорит, имели право, вино нету. Окей. Хлеба нету. У меня есть нонтохи остак, печенье остак, масло остак. Это приходит мазанот. Имею право, как сделал такой же вариант, как на хлеб. Нет, не имеешь права. Это не хлеб. Это не хлеб. А как быть мне? Езжай. Без ничего езжай. Поэтому он говорит, если нонтохи ты будешь кушать 216 грамм, тогда разрешается сказать, хаму целехим норец. Если не будешь кушать, не имеешь права никогда. Даже простой день. Имели право на нонтохи сказать, хаму целехим норец? Нет, мазанот. Если я буду кушать только нонтохи и с условием 216 грамм, я имею право сказать, хаму целехим норец, боль нонтохи. Если меньше этого, я не имею права. אין לקדש על כל שעד מיני מאכלים, לא כמו שכתב, ומי ואין בעיר אלא פת של קטניות או של אורז בלבד, אפשר לקדש עליו בלי שום מלכות, כדי שלא תשכח תורת קדוש וברכה נהנה מברך לסוף, כדי שלא יהיה הפסק. נטו חלבה, נו יש חלב, זלנה איז ברינש. איז קוקורוזה זלנה, חלב. Он не считает это хлеб. Он говорит, на это могу иметь право сказать хайма шалом эсэр. Он говорит, не имеешь права. А ты говорит, можешь с условием, чтобы ты не забыл кдушающего шаббота, скажи, бешам, ровесе шаббат, неким брахон, что не говори. Скажи, мазанот и кушай, все. Это мазанот считается. Ты не имеешь права на любые другие питания сказать брахон и кдуш. ברכת הגפן שבורכים על היין של הקידוש פותר יין שבתוך סעודה. כדמי דילים ברכו, בולי, וינו, נצ'אלה. פתאום יין שוחד שוקוש פית וינו, סירדיני. ברכו גויים נגויים. וניזה. פתאום שתוש כזל חדוש. תוש כזל. תשעת דורני סעודה בוש פית וינו. אין פרובלם מפס וחודש. ואין אותן ברכה וכל כשהוא רגיל לשתות יין מסודה. אבל אם לא רגיל לשתות יין מסודה, אף אין טעם יין של קדוש שהוא שותה יין מסודה, מברא ברכה ראשונה הגפן. נו יין ניקגדה יין ניפיו וינו. יין תוקה פיו וינו שישעבוד נא את הסתכן גברו. שישה זה חדש מפית. זה תדור שקרא את ברכה הגפן. Потому что никогда не пил. Еще раз. Если человек, который говорит о Гефен, и он принимает шаббот о Гефен, нотен, кушает, хочет вино, вино барахо не говорит, потому что он каждый раз пьет. Но
то человек когда никогда не пил, и вдруг захотелось его пить ему, он снова еще раз должен сказать браху пуля агефин. Потому что он не привык пить в середине охотбы. Понимаете? כשהוא שותה יין מסודה, ולעניין מלאכה האחרונה, אין מברכים מלאכה האחרונה. נוזז כזה יהיה וויפל וינו, יהיה גברו מלאכה בו לפני הגפן. פתרו מלאכה יהיה גברו, נגברו, על הגפן. זה לא גברת נית. נמורך, שוב את הסקבין. שברכת המזון פותרת בין שם מלא ברכת המזון לכוס, בין שם מברך ברכת המזון של הכוס. תקדמה שנמורך גבריש, всегда, что ты пил, что ты кушал, это вытаскивает. И последняя вот та, я шом им кидуш, она все бебед акнесет от ахар тфилат мусав, ва михаваним лебрахот лебрахот море при агефен, когда лецет вехота кидуш, им таму миат мин яйн, афилу теймак баалма, כשבאים לשתות שחר או שור משקים קלים, אינם צריכים לברך עליהם שהכל. שהרי פה פותר. כי סינגוגים מתגברים בינו. סערי מרנן, בלפי הגפן. זה אומן גברים. שעס מנדיות בינו, אי בי וודקו, אי לי קוניאק, אי לי צ'אי. יא אביאזן ברכו גברים, אי לי אביאזן. אייסי יא ופיל בינו, תוזה, у всех дали вино, в руках у всех было вино было. Сказали, омен, выпили вино. Сейчас я хочу пить чай, браху говорю, не говорю. Шакот? Нет. А? Шакот? Асур. После вина, нет. Нельзя. Когда ты говоришь омен, один пьет, ты что будешь пить? Все зашли. Все браху говорят, нет, наоборот, уже говорит. Еще раз. Мам Бархо гуфтам. Ама Омен гуфтам. Омен гуфтам. Сейчас вам дали вино, это водку дали. Или чай дали вам. Шакол. Будьте говорить, не будете говорить. Нет. Обязаны говорить. Потому что вы вино не выпили. А Омен же сказали. Да, но вы вино не выпили. Не пили. Омен вы получили разрешение кушать и пить. Разрешение кушать и пить. Но вы не выходите. Но когда я говорю вино, у вас находится в руках вино, или пришли, взяли стакан мой, стали пить, сейчас будете пить воду или водку, браху не имеет. Потому что вы уже вино пили. Он не вытаскивает. Он вытаскивает, чтобы дать решение, что вы имели право кушать дальше выпить. Но точно такое же правило, понимаете? Понял, да? Бору хашем. ודין אשר מאה כדין המקדיש, אבל אם לא טעמו מהיין צריכים לברך משקי שותים אחרי קידוש. ישתי וינוני ופל, אביאזן, שתו בנבלה, או ויסקי, או צ'אי, או קוניאק, או ערק, ברוך אתה השם, שהכל נהיה דברות ופיוש. קנפטי, שהכל. פיצ'ני, מזונות, פתאום שותים ופל. Вино вытаскивает только питье, я имею в виду арак, арак, это, но мазарон он не вытаскивает, хордан он не вытаскивает, ты обязан, вот конфет барахогой, да, только когда ты питье, что ты хочешь пить, чай, кока-кола, жидкость, кока-кола, вино ты если выпил вино со мной, барахонадора. Поэтому мы в шаббат дома, когда приходим домой, на столе находится кока-кола, находится там разные соки находятся. Махлюш гуфта. Да? Потом в середине я хочу пить. Барахо говорю или говорю? Нет. Нельзя, усур. Усур. Почему? Махлюш гуфта. Понимаете смысл? Здесь нужно говорить барахо чувак, потому что я не выпил. Если ты выпил после меня вино, ты сейчас имеешь право чай пить бебарахо, кока-кола бебарахо, алах только питье, алах бебарахо, все бебарахо. Микол маком дай хуват бараха дринем, ло яцел эла им кен, таму маин, вадин ка ху башкенази, хос фроди, хо ашкенази, такая же алаха дурастак. Одумеки агар,
Майо, не нужно такого мне говорить, так? Он получил разрешение кушать. Но если он выпил, я майо и кудушо выпил немножко капли, две капли, он имеет право уже пить чай или пить любое. Бебарахо. Бебарахо. Да. Боже, мы вам Рабби Хананья. Да, казалось бы. אתה הקדוש ברוך הוא לתבוס את הלכי, אך ואת רומי חושב נאמר, אדוני חפש למען תזכור.